Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, и в этом видеоролике мы вам покажем, как найти музыку с видео в ТикТоке, то есть как узнать, какая песня играет на фоне видео. Для этого мы открываем видео, соответственно, которое мы хотим найти. Давайте я зайду на сайт, точнее на наш ТикТок нашего канала Hard Reset Info.ru. Переходим сюда. И дальше мы можем найти какой-то ТикТок. И чтобы открыть песню нашего ТикТока, мы снизу видим вот Bad Habits, Ed Sheeran. Например, эта песня играет на фоне в данном ТикТоке. Также мы можем нажать справа снизу на картинку, чтобы посмотреть другие ТикТоки под эту песню и открыть данную песню во весь экран. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!